Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Жуков, и я нахожусь на фотокине на стенде компании Fujifilm, куда меня пригласили, чтобы показать и рассказать вам про новую систему, среднеформатную систему GFX. Это абсолютно новая разработка, которая еще не завершена. Fujifilm предстоит еще очень много поработать, и только в январе 2017 года мы увидим конечный продукт. Но уже сейчас мы видим макеты камеры, мы видим макеты объективов, и мы знаем примерно, что там будет. Во-первых, там будет среднеформатная матрица. Матрица такая же, как на современных камерах, таких как у Hasselblad или Pentax, но полностью собственной разработки компании Fujifilm, они это подчеркивают. Так вот, Fujifilm делает не только матрицу, но и оптику. В этом сила компании, поскольку они действительно могут сейчас позволить себе разрабатывать объективы и процессоры, и, соответственно, матрицы таким образом, чтобы все это работало максимально согласованно. В данной ситуации, в данном случае, у нас матрица собственной разработки среднего формата, у нас объектив и у нас затвор, который находится непосредственно в самой камере. Поэтому ставить сюда через переходники можно любые объективы, которые подойдут, включая классику от Fujifilm или что-то альтернативное. Это очень удобно. Здесь используется видоискатель, который снимается, он съемный, он электронный. И сюда можно подставлять различные типы видоискателей. Это хорошо видно на стенде. Там используются самые разные виды. Разным фотографам, которые делают разные виды съемок, это будет достаточно интересно. Здесь будет видео, какое пока неизвестно. Пока нам не говорят, но оно здесь точно будет. На колесе, на камере, на корпусе видно, что ISO будет достигать как минимум 12800. Что касается затвора, это затвор, который отрабатывает до 1/4000 секунды выдержки. Он не центральный, еще раз повторюсь, но это сделано для того, чтобы можно было ставить туда, на камеру, различные объективы различных производителей. Здесь две карточки памяти SD, поддерживается UHS 2, то есть это очень быстрые карты. Это пылевлагозащищенный корпус, и это отсутствие стабилизатора в камере и во многих объективах. На данный момент только один объектив поддерживает стабилизацию оптическую, но в целом такие камеры используют в основном рекламные фотографы, которые снимают часто со штатива, и работа со стабилизацией важна. Именно для этого камера в том числе защищена от пыли, от влаги, от морозов, но, собственно, конечно же, раскроется она непосредственно на студии. Эта камера, повторюсь, будет закончена в 2017 году. Подробная информация о ней в текстовом нашем обзоре, превью этой камеры. Там мы поделимся еще некоторыми подробностями. Например, такой подробностью, что камера подключается к компьютеру по USB 3.0. Соответственно, скорость передачи данных, синхронизации, съемка непосредственно в компьютер будут происходить быстро и комфортно, так как это, собственно, в современном мире и запланировано. Окей, спасибо компании Fujifilm за приглашение. Спасибо за новую систему беззеркальную, да, заметьте, недавно весь мир сходил с ума от беззеркальных Hasselblad'ов маленьких. Эта камера тоже очень маленькая, ее сравнили с Canon 5DS зеркалкой. Так вот, по размеру они примерно одинаковые, да, то есть по некоторым габаритам, например, по глубине, эта камера на самом деле даже меньше, чем зеркалки. Ну, собственно, это и есть беззеркалка, и это очень-очень-очень здорово. Спасибо Fujifilm за интересную новинку. Продолжаем гулять по фотокино.